ЦСКА чемпион. Со счетом 3-2 столичные армейцы стали победителями Кубка Гагарина. ЦСКА обыграл «Авангард» в овертайме. Московский клуб выиграл финальную серию в 4 матчах. Самым ценным хоккеистом плей-офф признан вратарь армейцев Илья Сорокин. Впервые в истории армейцы стали чемпионами КХЛ. Последний высокий титул ЦСКА носил 30 лет назад, в 1989 году.